Так, всех с наступающим праздником. Днем сисадмина, который будет завтра в пятницу. У меня вечер четверга, мы едем на пьянку и едем, как обычно, по 520-му интерстейту, по тому самому плавающему мосту. А вот вдалеке я все-таки пытаюсь снять еще и еще наш дорогой Ranier вулканчик. Вот он такой красивый. Я надеюсь, на этой камере, которая свежачок, high definition и тому подобное, он отлично получится. Вот так вот он возвышается над окрестностями. Там тоже не очень такие маленькие холмики. Мы проехали там вдалеке Сиэтл. Вот море, озеро. Там вдалеке 90-й интерстейт. А мы вот продолжаем ехать. Надеюсь, вулкан хорошо выглядит. И все у него в снегу. Напоминаю, что это все-таки 5000 метров, почти 15 тысяч футов над уровнем моря. Такая вот громадная. Он видно, как облака цепляются. Сейчас я так вот приближу и удалю. И мы продолжаем движение. Ура, пробка рассосалась. И вперед. Тут где-то домик Билла Гейтса. Невдалеке вот от моста. Ну, мы последний бросаем взгляд на Ranier и заканчиваем запись. Рома просил посмотреть, как же качественно пишется это видео.